Что? Велосипедист со спидами. Где этот жук на велосипеде? А, тоже рассказывал мужик историю. Значит, велосипедист на велосипеде радостно проезжал пешеходный переход. У него впилился радостно сворачивающий автомобилист. Велосипедист подал суд на машину, типа, а, злая машина. Один момент. Пешеходов не надо пропускать? Да, я пропускал. Они там на середине стояли, вы проехали. Но я не создал, не послужил причиной изменения его траектории, либо скорости движения, либо остановки. Так, а что для этого надо было сделать? Сбить его? Нет, конечно. Но то есть, если как пешеход, бы... Там в правилах как написано? Пешеход вступил на проезжую. Пешеходный переход на проезжую часть дороги. А какой пункт правил вы имеете в виду? Пункт правил? Да. 13. Я помню, ну сейчас все. При повороте налево или развороте, но у вас в данный момент направо. По зеленому сигналу светофора водите. Там же написано налево, без лицевого транспортного средства, движущегося с встречного направления прямо направо, таким же должны руководство между собой при движении. Вот правила выдали вчера в автошколе. Это свежие правила. Говорю, правила вчера в автошколе выдали. Это свежий вариант правил. Ну, так я еще раз говорю, пешеход наступил. Правила где? На пешеходный переход. Какой пункт вы имеете в виду? Мы руководствуемся ПДД. Вот ПДД ваша рука. Что со вчера с описами. С автошколы. В какой пункт? На какой пункт вы сейчас опираетесь? Первым делом, спроси его, какой пункт не нарушен. И когда они начнут пить свои трактовки, пусть пальцем принципа покажет, какой пункт. Он не может это сделать. Ты полностью прав. Про то, что пешеход наступил на тротуар, на проезжей части, нет ни слова. Уступить дорогу пересекающему. Но мы уступили. Тут не сказано, что он должен быть на проезжей части. Мы уступили, мы не создали никаких помех. Сказано, что он на пешеходном переходе. Он вступил на пешеходный переход, вы ему обязаны. Несмотря на то, что вы выезжаете направо с этой стороны, а пешеход на противоположной стороне. Нет, на противоположной. А они на середину уже дошли. Вот мы никаких помех не создали. Я с вами, девушка, вообще не общаюсь. Я общаюсь с водителем. Мне вообще неинтересно с вами разговаривать. Я разговариваю с водителем. Вы когда бы я вас остановлю за рулем, будем с вами разговаривать. Хорошо. Надеюсь, никогда. Внимательнее в следующий раз будьте. Да, хорошо. Спасибо.